В принципе, все. Все свободны. Ах, да, чуть не забыли. Завтра же юбилей у Екатерины Михайловны. Давайте решим, что мы ей подарим. Давайте букет из 65 роз. Большой, эффектный. И как вы это видите? Екатерина Михайловна, вот вам 65 роз. Ой, как совпало с вашим возрастом. Серьезно? А давайте подарим ящик водки. Анатолий Петрович, зачем доктору философских наук ящик водки? Еще варианты, коллеги. Слушайте, ну, давайте закажем ей сертификат в СПА-отель. И с кем она поедет? Ой, ну ей прям не с кем ехать. Так себе идея. В отличие от ящика водки. Ну пусть душой отдохнет. Еще предложение. Очень приятным подарком станет брошь. Кому сейчас, кроме вас, нужна брошь? То ли дело ящик водки. Всегда актуально. Куда актуально? Если мне подарили сертификат, а ее надо отдыхать. Всегда актуально, красивее. Брошь. Ей же нужно когда-то отдыхать. Успокойтесь, коллеги. В общем, давайте я создам в нашем чате голосование. Там и решим, какой вариант лучше. И ящик водки там тоже будет. Специально для вас, Анатолий Петрович. Екатерина Михайловна, поздравляем вас с юбилеем. Мы с коллективом проголосовали. Вы не проголосовали? Я думала, что вы. Я вообще забыла. У меня дела были. И вот выбрали вам подарок. Коллеги, вы ебанулись?